сказано. С первых дней мобилизации по поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова мы начали плотно работать с мобилизованными гражданами. Все работники социальной защиты присутствовали на мобилизационных пунктах. Специально была разработана анкета для мобилизованного, где он указывал контактные данные своей семьи, состав семьи и, самое главное, те проблемы, которые не успели решиться при его участии. И, конечно, мы начали работу с самых первых дней. Впоследствии, конечно, анкета дорабатывалась. Мы познакомились с этими семьями, пришли к мысли, что за каждой семьей необходимо закрепить куратора. Это человек, который за это время стал уже близким человеком. Ему можно доверить абсолютно все, любые просьбы. И, конечно же, они передавались в те инстанции, которые их должны были исполнить и решить все вопросы. Была осень. Проблематично было с входом в зимний период по системам жизнеобеспечения. Возможно, кто-то не успел отремонтировать газовую плиту, печь, не успел поменять окна в доме, с кровлей какие-то были проблемы. Все эти просьбы мы выполняли. Кроме того, конечно же, самое первое, с чего нужно было начинать, это с психологической помощи. Семьи остались, неизвестность, что там, как будет. И, конечно, нужно было всех успокоить. Подключены были психологи наших центров социального обслуживания. Мы обращались за помощью к психологам из системы образования. По поручению Вадима Михайловича был создан областной кризисный центр, где действительно уже подготовленные кризисные психологи работали напрямую с семьями мобилизованных граждан. Проблем и вопросов было очень много. Они были крайне разнообразны, начиная от того, чтобы детский сад был поближе к дому, чтобы маме удобно было водить ребенка. Заканчивая проблемами дополнительного образования, мы решали вопросы по переводу ребенка с одной смены на другую, тоже для удобства родителей, по изменению графика работы мамы. Очень много было обращений по поводу медицинского сопровождения. Прежде всего, это касалось пожилых родителей мобилизованных граждан. Никто у нас без внимания не остался. Сотни и сотни заявок были исполнены. Мы помогли людям и материально. Если какие-то были неотложные нужды, то, конечно, комиссионно мы решали вопрос по оказанию материальной помощи семьям мобилизованных. Мы продолжаем эту работу и сейчас. Мы дарим им подарки, очень часто присутствуем в семьях. Дети растут, требуются какие-то вещи новые покупать, поэтому здесь мы работаем напрямую с благотворителями, которые оказывают такую помощь нуждающимся семьям. Самое главное, мы оказываем помощь адресно. Есть совершенно разные проблемы, поэтому каждый вопрос у нас без внимания не остается.